центральной районной поликлинике БМР заработала новая ПЦР-лаборатория. Ее обустроили в кратчайшие сроки. Оборудование было закуплено в течение 2 недель на средства компании «Фосагро». И все это было сделано вовремя. К этому моменту в Балаковском районе уже появились первые заболевшие коронавирусной инфекцией. В новом госпитале на базе городской больницы начали лечить пациентов, причем из 7 районов Саратовской области. И к обследованию заболевших и круга контактных лиц прибавились медики, которые теперь находятся в постоянном контакте с коронавирусными больными. Для них-то и была обустроена новая лаборатория. Это медицинские работники без признаков острых респираторно-вирусных заболеваний, которые или были в контакте с пациентами, у которых зафиксирован COVID, или которые находятся в постоянном контакте, то есть таким работникам в плановом порядке один раз в неделю проводится это тестирование. На выявление коронавирусной инфекции в новой лаборатории уходит около 4 часов. И для проведения тестов у медиков, контактирующих с больными, мощности оборудования вполне хватает. Мы туда можем поместить 46 пробирочек. Так как эта вся реакция идет 4 часа, то значит в сутки, в 2 смены мы можем сделать 92 анализа. Сотрудники лаборатории прошли обучение в Саратовском институте микроб, потому что до этого им приходилось работать с другой системой определения вирусов в организме методом иммуноферментного анализа. И выявить наличие вируса получалось на стадии выработки антител. А в ПЦР-лаборатории это возможно сразу же после заражения. Вообще весь этот процесс выделения РНК коронавируса – 3 этапа. Прогреваем при температуре 65 градусов. И затем мы эту пробу уже отливаем в пробирку и передаем во вторую рабочую зону, где проводят этапы выделения нуклеиновых кислот, затем проводят реакции обратной транскрипции и установку реакции уже ПЦР с тест-системой для выделения коронавируса. Поэтому даже когда закончится пандемия, эта лаборатория будет также востребована. В принципе, на этом оборудовании на любые инфекции, будь то грипп, какие-то респираторно-вирусные инфекции, гепатиты, там, ВИЧ, то есть спектр самый широкий. Реакция полимеразно-цепной реакции позволяет буквально вот с момента внедрения возбудителя в организм оттестировать, есть он там или нет. О новой лаборатории балаковские медики мечтали давно, но ее оборудование стоит немало, поэтому все никак не получалось перейти на новый уровень исследований. Сейчас же на помощь пришла компания «Фосагро». Мы хотим сказать огромное спасибо компании «Фосагро». Это действительно предприятие «Социально ответственный бизнес», которое оказало нам колоссальную помощь. Оно нам оказало помощь в покупке средств индивидуальной защиты. И оно полностью оплатило приобретение ПЦР-лаборатории. Компания «Фосагро» в период пандемии оказывает комплексную помощь городу. Закупает тесты для определения коронавирусной инфекции. Приобрела 310 тысяч защитных масок, перчатки, халаты, которые передали медперсоналу госпиталя, поликлиники и скорой помощи. Выдает дезсредства и маски своим сотрудникам и их семьям. Потому что только такие меры помогут обезопасить людей, а значит и снизить уровень заболеваемости в Балаковском районе.